Друзья, всем привет. Что я вам, короче, хотел сказать. Короче, ну что, расстался я со своей девушкой. Произошло это 2 недели назад. Вот, расстались мы с ней. Это получается 14 числа. 14 июня. Как раз сразу после моего дня рождения. Вот, так что я сейчас абсолютно свободен. Мое сердце свободно. Вакансия пустует. Так что, девчонки, если кто хотите со мной познакомиться, пишите мне... Ой, чуть не уронил телефон. Пишите мне в комментариях, может, познакомимся с вами, пообщаемся, может, в кафешку сходим, посидим, кофе выпьем. Вот. Так что, вот такие вот дела. Я абсолютно свободен, мое сердце свободно, вакансия свободна. Все. Я холостой человек, со своей бывшей девушкой мы расстались, и мы даже не общаемся с ней. Так что такие вот дела. Так что, девчонки, повторюсь, если хотите со мной познакомиться, да, пишите мне в комментариях. Можете мне в Одноклассниках написать, в Одноклассниках мне легко найти. Просто напишите Григорий Хорев, вот, и легко найдете. Вот, и можем с вами пообщаться, встретиться, в кафешке посидеть, там, погулять. Так что пишите, девчонки. Вакансия открыта. Ну все, всем пока.